одно из важнейших свойств функции Эйлера – мультипликативность. Тут очень важно. Обычно, когда люди занимаются математикой, то они считают, что там, перемножили какие-то числа, в квадрат возвели, значит, надо каждое возвести в квадрат. Да? Поэтому некоторые думают, что мультипликативность – это когда перемножаешь два числа, и это то же самое, что перемножить значение функции Эйлера. Оказывается, что это просто неверно. Ну, проще всего взять в качестве m и n число 2, тогда фи от 4, легко понять, 1 и 3 взаимно просто, это двойка. Фи от 2 это единица, фи от 2 единица, 1 же до 1 это не 2. Вот. Мультипликативные называют функцию, которая обладает этим свойством не обязательно для всех, для взаимно простых. Повторяю, если m и n взаимно простые натуральные числа, то функция Эйлера от их произведения – это произведение функции Эйлера. Ну, уж если думаем о разложении на простые множители, важно понимать, что такое фи от p. Фи от p, где p простое число, это, конечно, p минус 1. Но потому что, когда вы берете всевозможные числа 1, 2, 3 и так далее, p, то они все взаимно простые, кроме самого последнего, кроме числа p. Значит, фи от p это p минус 1. Более того, если берете какую-то степень n правильное число, то это будет p в степени n минус p в степени n минус 1. Почему? Потому что у нас есть все подряд числа 1, 2, 3 и так далее, и так далее, это p в степени n. У числа p в степени n есть единственный простой делитель. Это p. Значит, что эти плохие, это те, что делятся на p. Таковых ровно 1 пятая от p в степени n чисел. Значит, по-другому это так переписывают для этой понятности. Нужно из всех чисел вычесть 1 пятую. Вот такая формула. Ну, кстати, если верить в формулу мультипликативность, то вообще-то можно сразу написать и формулу для функции Эйлера. Вы представьте себе, у нас есть p1 в степени альфа 1, p2 в степени альфа 2 и так далее, pk в степени альфа k, где p1, p2 и так далее, pk это разные простые числа. Альфа 1, альфа 2 и так далее это какие-то натуральные числа, не, может быть разные, не важно. Так вот, это очень просто. Это фи от p1 в степени альфа 1 умножить на фи от p2 в степени альфа 2 и так далее умножить на фи от pk в степени альфа k. А это что такое? А это вот по этой формуле. Надо, собственно, взять само число p1 в степени альфа 1 p2 в степени альфа 2 и так далее, pk в степени альфа k, и умножить на такие вот скобки. Давайте подумаем. На самом деле, если человек долго занимается арифметикой, то когда он видит вот такое равенство, то он скажет, что функция Эйлера мультипликативна, потому что правая часть мультипликативна. Оказывается, когда какая-то функция удовлетворяет такого типа равенства, то есть ее значение по делителям для каждого натурального числа является какой-то другой функцией, то они мультипликативные, что называется, вместе. То есть вот если здесь мультипликативная стоит, то и фи будет мультипликативная. И наоборот, если здесь стоит мультипликативная, то и здесь. Вот, это так называемая формула обращения Мёбиуса. И для этого есть даже специальная функция мю.
функция мёбиуса. Ну, об этом мы будем говорить. Давайте, что называется, попросту. Есть несколько доказательств мультипликативности. Одно из них такое, фактически вот то, что здесь написано, это формула включения и исключения. Да? Давайте. Я запишу то, что нам сейчас предстоит пройти. Формула включения и исключения. Включение и исключение. Это совершенно замечательное доказательство, несложное. Есть доказательства с таблицами. Причем это доказательство даже можно рассказывать двумя разными способами, по-разному записывая таблицу. Это мы тоже обязательно разберем. Одно из самых бесхитростных доказательств мультипликативности. Давайте возьмем числа 5 и 8 в качестве взаимно простых. И выпишем все остатки от деления на 8, это x, и все остатки, возможно, от деления на 5, это y. И дальше в каждую клетку пишем число 5x плюс 8y. Давайте сразу, как это будет записано в общем виде. Представьте себе, что число x пробегает значение от 0 до m минус 1. Y пробегает значение от 0 до, соответственно, n минус 1. А в таком случае здесь вот у нас роль, а число 8 это m. То есть рассматриваем выражение mx плюс my. Ну, конкретно здесь выпишем. Это будут числа 0, 5, 10, 15. Вот. Переход на следующую строчку – это прибавление числа 8. 8, 16, 24, 32. И сдвиг направо, это все время надо прибавлять 5. 13, 18, 23, 28. Ну, в общем, дело совершенно не хитрое. Получилась таблица размером m на n. Там всего m умножить на n чисел. Очень важно, что все числа в этой таблице разные по модулю mn. Давайте поймем, почему. Это, на самом деле, очень легко понять. Представьте себе, что у нас вдруг так получилось, что какое-нибудь одно число дает nx1 плюс my1 дает такой же остаток при делении на mn, что другое такое выражение. Тогда смотрите, ведь сравнение по модулю mn означает, что разность вот этих чисел делится на mn. Разность записать легко. Это n умножить на x1 минус x2 плюс m умножить на y1 минус y2. Смотрите, делится на mn. В частности, это делится на n. При делении на n первое слагаемое роли не играет, потому что оно на n делится. Значит, вот это число делится на n. Значит, разность y делится на n. Но вы помните, что y было любое число от 0 до n минус 1. Если число y1 от 0 до n-1, число y2 тоже от 0 до n-1, то чтобы разность между ними делилась на n, y должны просто совпадать. Отлично, y совпадают. Точно так же рассуждаем с другого конца. Говорим, что если число делится на mn, то оно делится и на m. При этом можно отбросить вот это слагаемое, потому что оно на m делится. Получается, что так первое слагаемое делится на m. Но n взаимно просто, значит, на самом деле это разность. Но x у нас были от 0 до m минус 1. Значит, опять, если разность делится на m, то x должны совпадать. Отлично?
Возвращаемся к таблице. Получается, что хотя числа выглядят довольно странными и что-то случайными, но вообще-то здесь выписаны в довольно странном порядке, но тем не менее, все возможные остатки, все возможные классы вычетов по модулю 40. Чтобы вам это сделать понятнее, давайте-ка я везде, где большое число получается, возьму остаток отделения. Здесь вот 41 заменяю на единицу, 51 заменяю на 11. Так, это не так, на самом деле, тяжело. 44 большое число. То есть с какого-то момента, конечно, приходится заменять, но не так уж этого и много. Так, и в последней строке многие числа. Я везде уменьшил на 40, где надо было. Пожалуйста, проверьте в этой таблице все числа от 0 до 39 присутствуют ровно один раз. Ну, посмотрите. 0, 1, что у нас еще? 2. 2, 3, 4. Ну, не сказать, чтобы такой очевидный был порядок, но все по одному разу, и это я доказал, причем в общем виде. Вот вспоминайте вот здесь, вот, что если бы какие-то числа оказались равными, то было бы противоречие. А теперь смотрим, ну что, какое это имеет отношение к функции y. А вот какое. Все числа вот этой строки делятся на 5. И поэтому эту строчку надо выбросить. А все числа вот этого столбца вообще-то четные. И вот этого тоже все четные. И вот этого четные. И вот этого четные. Значит, вот эти вот столбцы надо выбросить. А все остальные числа надо оставить. То есть взаимно простые числа – это числа, которые расположены в четырех строчках и в четырех невычеркнутых столбцах. Ну, а 4 – это как раз есть функция эйлера от 5, и здесь вот 4 – это функция эйлера от 8. Давайте поймем, собственно, почему так. Смотрите, когда у нас есть число nx плюс my, и нас интересует, есть у этого числа общий делитель с числом mn или нет. Из-за того, что числа mn взаимно простые, на самом деле нужно решить две задачи. Одна задача – есть у этого числа общий делитель с числом m или нет. Давайте напишу новую формулу. Наибольший общий делитель вот этих вот двух чисел – это на самом деле произведение. Надо взять наибольший общий делитель nx плюс my и числа m и умножить на наибольший общий делитель nx плюс my и числа n. Потому что mn за это простые. Но здесь my делится на m, поэтому можно его зачеркнуть. А n взаимно просто, поэтому и его можно зачеркнуть. А здесь наоборот, nx можно зачеркнуть. И после этого из-за взаимной простоты mn m можно зачеркнуть. Получается, что x должно быть взаимно просто с числом m, а таких чисел ровно фи от m штук. Да? X у нас было от 0 до минус 1. Таких ровно фи от m. Y должен быть взаимно просто с n. Таких, соответственно, фи от n. Все. При помощи такой таблицы мультипликативность функции эйлера доказана. Все понятно? Теперь, как можно было при помощи другой таблицы, собственно, доказать ту же самую мультипликативность? Смотрите, какое дело. Здесь таблица была довольно хитрая. Ну, не то чтобы очень, но до сих пор надо догадаться, написать такую формулу nx плюс my и рассмотреть эту таблицу.
А сейчас будет по-другому. Таблица будет, что называется, самое-самое понятное, но зато чуть-чуть надо будет, что называется, включить мозги при обсуждении ее свойств. Давайте я вот там попытаюсь уложить таблицу. Какие числа взять? Слушайте, а давайте возьмем те же самые. Давайте возьмем те же самые числа. Итак, нужно опять таблицу из 40 чисел. Принцип заполнения будет совсем простой. Я подряд пишу числа. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ну и так далее. Каждый раз просто перехожу на следующую строчку. 15, 16, вот. Разумеется, все 40 чисел в эту таблицу легко написать. Тут гораздо легче, там надо было пятерку прибавлять, восьмерку, а здесь надо было, здесь надо все время прибавлять по единице. Здесь легко. Ну, там будет уже слишком долго. Вот. А вы уже можете искать. Вы уже можете смотреть, где тут числа, не взаимно простые с пятеркой, не взаимно простые с пятеркой, тех, что делится на 5. И где числа четные, то есть числа, которые с числом 8 имеют нетривиальный общий делитель. Замечательно. Вообще-то есть вот эти столбцы. Весь состоит из четных чисел. Тоже весь из четных чисел и это из четных чисел. И эти столбцы надо просто зачеркнуть. Все. Все, их больше нет. И сейчас вы должны понять, что так будет не только для 5 и 8, а всегда. Ведь что у нас фактически происходит? У нас вот здесь вот идут числа, да? 0, 1, 2 и так далее. В нашей задаче вот это вот называлось m-1. То есть строчка из m чисел. Следующая строчка тоже из m чисел и так далее. И смотрите, вот по вертикали соседние числа отличаются ровно на m. Но если у вас написаны какие-то, вот какой-то столбец A плюс M, A плюс 2M и так далее, то все эти числа с числом M имеют один и тот же наибольший общий делитель. Либо они все взаимно просты, либо они все не взаимно просты. И значит, невычеркнутых столбцов в точности фи от M штука. Уже это множество. Отлично. Теперь надо смотреть на столбец, где число А взаимно просто с М. Там все в порядке с числом М, взаимно простые, естественно. Но важно понять, а что там будет с точки зрения числа N. А очень просто. Чисел ровно N штук. То есть последнее из них имеет вид А плюс n минус 1 умножить на m. И здесь очень важная стандартная идея. Если числа m и n взаимно простые, то при делении на n здесь все остатки разные. И их ровно n штук. Поэтому на самом деле здесь просто написаны числа, если брать остатки от деления на n, от 0 до n минус 1 в каком-то перепутанном порядке. Доказать это очень легко. Просто представьте себе, что какие-то два числа дали один и тот же остаток. Вот есть у нас какое-то число A плюс TM и другое число A плюс SM, где числа T и S такие вот, они от нуля до N-1, самое большое N-1 и T меньше S.
Замечательно. Представьте себе, что они дали один и тот же остаток. Тогда их разность, то есть надо из большего увеличить меньшее, получится m умножить на s минус t. Будет делиться на m. Но если m, умноженное на s минус t, делится на n, то из-за n простоты получается, что s минус t делится на n. Ну, то есть мы просто вспоминаем. Итак, в каждом столбце, если взять остатки отделения на n, то выписаны в каком-то порядке все возможные остатки. Значит, ровно фи от n штук из них взаимно просты. Ну, а остальные, наоборот, имеют какой-то делитель. И значит, в каждом из них вычеркнутых столбцов ровно фи от n, что называется, хороших, то есть взаимно простых с тремя числами. Ну, второй способ мы доказали при помощи таблицы. Или вопрос есть? Вы сказали, что нам не нужны числа, которые кратки 5. Почему мы их не вычеркнули в этой таблице? В том-то и дело, что мы их вычеркнули. Мы вычеркнули одно из них вот здесь, одно здесь, одно здесь и одно здесь. Они находятся, вот смотрите, в этой таблице все было просто. Вычеркивалось несколько столбцов и несколько строчек. Все, что осталось, это взаимопростые. А здесь ситуация хитрее, но зато таблица сама проще. Здесь вычеркнулись несколько столбцов. Это числа, имеющие общий делитель с m нетривиальный. А в каждом из оставшихся столбцов на каких-то непонятных местах стоят плохие числа. В каждом из оставшихся столбцов на каких-то непонятных местах стоят простые числа. Понятно? Так что мешает вычеркнуть 25,5? Не мешает, я про это и говорил. Что в каждом столбце осталось ровно фи от n чисел. У нас формула, смотрите. Мы хотим доказать, что фи от mn, mn это общий размер таблицы. Это фи от m умножить на фи от n. Фи от m это сколько осталось невычеркнутых столбцов. А фи от n это сколько чисел останется после того, как мы пройдемся по модулю, ну, в данном случае модуля 5, ну, по моду n. В каждом столбце, что из хороших чисел будет ровно фи от n штук. Понятно стало? Тогда получается, что если я вычеркну 25, то останется 4. Ну, конечно, фи от 5 это да. Пожалуйста, очень хочется зачеркнуть, да? Хорошо, вот зачеркнули, и вот здесь зачеркнули. То есть, ну, знаете, мне показалось, что в каждом столбце в данном случае зачеркнули одно число. Важно, что осталось фи от 5. Осталось в данном случае 4 числа, в общем случае фи от n числа. Вычисляем функцию Эйлера от произведения двух взаимно простых чисел. Для этого выписываем все остатки от 0 до mn-1 в виде таблицы. В данном случае видит такую таблицу. 0, 1 и так далее, m минус 1, m, m плюс 1 и так далее, 2m минус 1 и так далее, и так далее. После чего говорим, что чтобы иметь общий делитель с mn, надо иметь либо общий делитель с m, и в таком случае вот это вот зачеркиваем столбцы, либо с n, ну, после того, как уже точно знаешь, что с m все хорошо, надо теперь правильно смотреть. И в каждом столбце из невычеркнутых столбцов останется фи от n чисел. Все понятно? Все отлично. Мы уже посмотрели таблицу, даже две таблицы. Сейчас разберем комбинаторное доказательство мультипликативности функции Эйлера. Вот смотрите, такая любимая школьная задача. Сколько чисел от 1 до 1000 не делятся ни на 2, ни на 5. Решение. Беру всю 1000 чисел, выбрасываем те, которые делятся на 2, ну, то есть половину выбрасываем. Дальше. Выбрасываем те, которые делятся на 5. То есть выбрасываем пятую часть. И соображаем, что некоторые числа, а именно те, которые делятся на 10, мы выбросили два раза, а нам было только один. Поэтому надо вернуть один раз. Это называется формула включения-исключения.
И фактически мы сейчас должны ровно так рассуждать для общего случая. Ну, давайте рисуем. Представьте себе, что у нас есть какое-то число, которое... Посмотрите, какая есть идея. Я сейчас сразу докажу явную формулу для числа вида p1 в степени альфа 1, p2 в степени альфа 2 и так далее, pkt в степени альфа kt, где p – это все разные простые числа, альфа – натуральные числа. И поскольку эта явная формула будет иметь очень понятный вид, фи от n – это у нас будет n, n – это мультипликативная штука, умножить на произведение, взятое по всем простым делителям числа n, выражение вида 1 минус 1 p. Я же записываю уже такую формулу. Вот. Если мы ее сейчас докажем, то автоматически отсюда, из явной формулы, следует мультипликативность, потому что m состоит из каких-то там других простых чисел, и когда мы по этой же формуле посчитаем, там будет число m умноженное на другие такие множители, ну и они вместе дадут то, что надо. Отлично. Теперь давайте рассуждать, как комбинаторики всегда делают, когда говорят о формуле включения и исключения. Один способ для маленьких состоит в том, чтобы просто посмотреть, скажем, когда k равно 2, когда k равно 3, и сказать, что дальше, скорее всего, так и будет. Давайте я сейчас для больших расскажу. А именно, вот у нас есть все множество чисел. Давайте его обозначим в универсум. И в этом самом множестве рассмотрим следующее подмножество. А и это множество таких натуральных чисел, что x делится на p соответствующим. То есть А1 – это все числа, которые делятся на P1, а второе – все, которые делятся на P2, а kt – те, которые делятся на pkt. Что я должен фактически сделать? Понятно, что интересующее меня значение функции Эйлера – это просто-напросто количество элементов в том, что останется от множества U, когда мы выбросим из него делящиеся на P1, на P2 и так далее, на PKT. Отлично. И, как выводится в комбинаторике в рассуждениях о вероятностях, надо функцию, которая равна единице на числах, которые нам интересны, и равна нулю на числах, которые нам не интересны. Называется индикатор. Индикатор. Когда у вас есть абсолютно произвольное подмножество, в множестве у подмножества, то индикатор определен следующим образом. Это единица, если элемент принадлежит множеству, и ноль, если не принадлежит. Индикатор показывает. Давайте сделаем очень простую вещь. Через индикаторные функции А1 и так далее, АКТ, выразим индикаторную функцию, собственно, которая нам нужна. Поехали. У нас есть индикаторная функция U без объединения. Чтобы найти индикаторную функцию для дополнения к объединению, надо помнить такую картину. Когда у нас есть множество и несколько других множеств в нем, то чтобы посмотреть на дополнение к объединению,
На самом деле достаточно взять дополнение к первому, дополнение ко второму, дополнение к третьему и пересечь. Вот дополнение к объединению – это то же самое, что пересечение дополнения. Давайте так и напишем. У без А1 надо пересечь с У без А2 и так далее, пересечь с У без А2. Отлично. И замечательная штука. Когда у вас есть пересечение, ну, просто двух множеств, то индикаторная функция пересечения – это произведение. Почему? Потому что, чтобы принадлежать пересечению, нужно принадлежать и одному множеству, и второму. И, кстати, для трех точно так же. Индикаторная функция пересечения нескольких множеств – это просто-напросто произведение их индикаторных функций. Потому что одинжды, 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 сколько ни пиши, будет один. А если в этом произведении хоть один нолик возникнет, то все. То оно уже, ну, навсегда. Значит, я должен перемножить индикаторную функцию U без А1 на индикаторную функцию U без А2 и так далее, и так далее, на индикаторную функцию U без А. Очень хорошо. Здесь была разность множеств, причем здесь были объединения. Значит, на самом деле нужно взять пересечение дополнений. Отлично. Индикаторная функция пересечения – это произведение индикаторной функции. Значит, так. Ну и теперь самое замечательное. Индикаторная функция дополнения – это единица минус индикаторная функция самого множества. Хорошо. Мы должны сейчас просуммировать индикаторную функцию по множеству всех интересующих нас остатков. Для этого мы должны просто раскрыть скобки, просуммировать и потом опять понять, что у нас получится. Ну, давайте смотреть. Можно я для трех множителей напишу? Для краткости вот это, скажем, обозначу число x, это y, и там еще где-то будет z, и просто раскрою скобки. Смотрите. Когда умножаешь 1 минус x на 1 минус y на 1 минус z, то смотри, что получается. Суммируем по всему множеству. Единица даст нам просто число n. Индикатор для множества чисел, делящихся на p1, даст, разумеется, n разделить на p1. Здесь получаем n разделить на p2, n разделить на p3. Ну, n выносим за скобки. И, разумеется, это уже никакие не функции, никакой суммы здесь уже нет. И, разумеется, у нас верно вот такое множество. Разумеется, так будет всегда. То есть от количества множеств ничего не зависело. Вот так получается при помощи включения исключений доказательство формулы для функции Эйлера.